Монастырь. Новый Афон. Симонов Каноницкий монастырь. Симон Канонит – один из апостолов Иисуса Христа. Какая красота здесь. Абхазия, Новый Афон. Тишина. Здесь погода теплее, чем в Адлере. На 2 градуса. Недвижное море. Ой, какая красивая линия горизонта. Еще раз посмотрим на основные входные ворота Симонова монастыря. И внутренний двор монастыря. Новый Афон. Колокольня. С колоннадой. И часами. Братские корпуса. Такая вот надпись. Симонов Каноницкий монастырь, Новый Афон, 1875 год. Годы советского периода монастырь был закрыт. Территория была использована совсем не по назначению. Во время Абхазской войны с Грузией здесь был госпиталь. И монастырь обстреливали, и вот очень много повреждений сейчас восстанавливается. Вот, роспись немного облупленная штукатурка, следы снарядов. Но в целом, конечно, сейчас здесь идут службы, у нас теперь установлено 19 монахов здесь. Иконостас, алтарь. Моя любимая икона
Виборгская. Ой, какая прекрасная. Городской парк с прудами, в которых раньше монахи разводили форель и карпов. Но сейчас все это прекращено давно. И вот плавают здесь утки, лебеди. Новый Афон, Абхазия. Страусы. Индейки. Лебеди, утки, гуси, павлины. В Афонском городском парке.